16 сентября торговый дом «Библиоглобус» посетила непревзойденный мастер лирической прозы Екатерина Вельмонт, которая представила свою новую книгу «Сплошная лебедянь». Екатерина Вельмонт не в первый раз представляет свои новинки на площадке главного книжного. И вновь истинные поклонники ее творчества спешили на встречу с любимым автором и еще до начала встречи заполнили 8-й зал магазина. Писательница рассказала о том, как была написана новая книга, и ответила на вопросы присутствующих. Поклонников Вельмонт интересовал не только процесс творчества любимого автора. Много вопросов было и о ней самой. Например, какие цветы любит Екатерина Николаевна? Что для нее написание книг? Работа или скорее отдых? Что нужно для того, чтобы стать настоящим писателем? Какие хобби есть у нее помимо литературного творчества? Отвечая на вопросы, Екатерина Вельмонт, помимо прочего, отметила, что очень любит путешествовать, поведала о ближайших поездках и призналась, что ей не хватает тепла и солнца. Поэтому она и предпочитает поездки в жаркие страны. По окончании встречи издательство АСТ организовало увлекательную викторину. Ведущий задавал вопросы как раз о путешествиях, о континентах, странах, реках. Главным призом за правильные ответы стали книги с автографом Екатерины Вельмонт, которыми писательница лично наградила двух победительниц викторины. Екатерина Вельмонт.